Сегодня 30 число июня месяца 17 года, пятница. Начали вывозить эту гору, очищаем глины, когда придет бульдозер взять. Ну и то, что деревья спилили, вот сейчас это на распил пойдет здесь. Поэтому сейчас скину, что там вверху, а остальное самосвал покажет. За каждым делом к Роману. Поехал Игорь, дали нам машину. Вот успели мы сегодня перекинуть эти сваи на эту сторону, они на пути лежали. Сколько дополнительно начистили, все в сторону. А теперь скидывают. Впервые тут расчистили яблонька, тут вообще проходу не было. И вот нашли флягу, полная фляга. Стоит с соляркой. Когда она 20 лет назад или кто-то когда-то воровал. Володя, а зачем тут это? Володя, зачем тут золу сыпят-то? Какое отношение имеет яма к золе? Это яма для стекла. Они уже начали заваливать ее. Старался парень, сколько времени копал. Пусть рядом и валят. Вы не примиряйтесь, быстрее скидывайте. Это, Роман, поверни ее туда. Что-то неудачно. Ну вот так. Вот деревня. Погрузили вручную, а еще ну, семьи нет, наверное. Вот. Илюша пошел что-то руки мыть. Видимо, помогал на кухне. Это Володина усадьба. А дальше там Никита. Балкон у Никиты. Там ни у кого нет балкона такого хорошего. Работа всегда есть, попотеть. В поте лица будешь есть хлеб. А сюда можно? А? Сюда можно? Не надо. Только туда скидывайте. И остальное там, потому что вторую машину некуда ставить будет. Быстро скидывайте, там лишь бы не поперек. Там Роман подправит где. И когда ниже борта будет, тогда сразу... О, куча воробьев тут. Вот тут татарское мыло цветет. Мы его показывали уже. А тут мыть столики сделали, стираются девчонки. Ну, такое дело. Вот славим машину. Привезли. По-моящему, чтоб дернул. Все, пускай дернут. Давай еще. Еще, еще, еще. Еще, еще. Заглох. Ну, заглох это от нас не зависит. Смотрите, какие щурки. Как бы не Роман, тут ничего не сделали. Пускай дёрну вперед. Ёжило сильно, к обеду идёт. Еще вперед! Кверху, кверху подними, кверху. Вот внизу длинные кладете, они не дают. Говорил, не ложить внизу.
Как в деревне, какое хозяйство, там уже люди идут, коров выгоняют из сенов. И совершенно другая жизнь. В городе ничего человек не знает. О, это сегодня уже добыли столько. Такая добыча. О, там это, насчет машины, это, слышишь? Ты что пустую-то фотографируешь? Зайди с той стороны, где-то Надежда стоит и кто-то. Тоже мне репортер. Везде хоть маленько тяму-то надо иметь. Так, все. Что я могу говорить? А? Вот погрузка. Вот мы освободили гору. Вот оно какое все. Спилили, убрали. Теперь, чтобы бульдозер загнать, чтобы он снизу прошел или как на трассу вытащить глину. Все. Если ничего больше нету, то и закрывать. Борт и сверху эти ложить. Давай я тебе подавай. Возьми ее, Никита, не бросай, она хрупкая. Никита! Что? Она хрупкая, брось ее туда. Куда? Ну за пазуху или куда? Ну куда дальше? Ну в машину куда же дальше-то? Ну ты же грузишь в машину-то, ну за вопрос-то не поймешь. А эти, которые подлиннее, вот эту вот возьми, она тоже войдет толстая. Не войдет? Так. Да, бери. Сейчас надо закрыть будет кузов, наверное. А потом не открыть. Или сделайте, натолкайте сейчас туда. А потом там сверху, которую убрать, а это она у него свалится. По-моему, так тоже можно. Так, эти не трогать маленькие. Это мы на хворост поставим борта повыше. Во, эту сюда тоже подвинь, зелененькую. Ну, а тут-то средней тяжести вот эти надо взять. Пока под крышу. Ну, не длинная, совсем не длинная. Длинные руками сбрасывать. Вот эту вот давай, да? Вон на той стороне, Роман, по-моему, гожая. Вот через которую ты пересознула, она тоже не длинная. Вот это? Нет, вот это. Так, что вы хотите? Да, подавайте. Подавайте, средние такие. Чтоб по полу не тащились, можно было борт наклонить. А что бросил-то? Тащи, она и есть. Игнатий Иванович, можешь закрыть. Я думаю, сейчас можно натолкать такие, которые за борт не больше метров. И она свалится вместе с ними. А которые выше борт на опущенный положите. Вот это толкайте туда сейчас. Отдавай ему. Во. А которые самые длинные, это уже на закрытый борт. И грузить руку. Не надо, Роман, брось тут где-нибудь. Это кочерге. Здесь надо сейчас все выбрать. Клади. Это-то длинная? Ну она торчит, ну что с ней делать-то? Пусть торчит. Когда он подвалит, будет, я пойду, то она за собой вытащит ее. Надо сверху грузить. Делайте как хотите. Это плохо. Сними. Или... Не подходит этот вариант, делайте как лучше. Закрывай борт тогда. Убери ноги, брат. Вытащи ее оттуда, вытащи, Володя. Она все там заклинит. Ну куда ты делаешь? Что ты делаешь? Ну вытащите эту надо было. Вытащи ее, вытащи. Прижалы. Все, борт закрыт. И теперь поверх борта всю эту мелкоту. О, ну наконец-то. Подавай. Вот сколько здесь сделал. Вчера дрова все переносили, которые тут нашли, к этому домику. Вот, со всех сторон большие камни были. Загнали тоже вовнутрь.
А из печки здесь сделали мусорный ящик. До того интересно. Чуть-чуть только какая-то пустота, сразу туда все толкают. Но на свалку не повезут. Это тип русского человека. Все загажено, вся страна. Минимум 500 метров от дороги подойти нельзя. Это вот первый дом в Потеряевке, который строили мы. Вот. И каждая дощечка через мои руки прошла. Мои скворечники. Скворцы первые жили. Этаж там такой богатый. Все это сейчас почти заброшено. Матушка тут еще околачивается. Что-то тут держит. Сарай вот этот тоже. Вверху вот эти окна сделать так, чтобы были. Это я на заводе видел. Вот каждый гвоздик, вот который видится, вот эти ворота. Это я в 91-м году, в 92-м делал. Один здесь. Колотил и колотил, гвозди заворачивал. Потай называется. Вот оно что. А теперь зажили по-другому. Была одна корова была, на корове все возили. А сейчас вот видишь какой. Не домик, а коттедж настоящий. То есть с выдумками. Машина своя. Ну, Игоря Барабаша. Да не одна, комбайн. Это ничего, ничего. Говорят, вот ничего в стране нельзя бы. Можно делать. Если кто не знает инфляцию с 91 по 90, я скажу 10 097. Такой коэффициент был. 1 рубль стал на 10 097 рублей. Я судился, и поэтому знаю дословно, до 1%. И в это время мы начали. И голодом никто спать не ложился. Работали и работали. Лопатой копали. Ни плуга, ничего нету. И все равно жизнь началась. Саман вот здесь давили. Ногами топтали. Соседний директор Игонин Григорий Валерьевич, кажется. Да, Валерий Григорьевич. Он лошадку, да, лошадку, как пишет, писал, как падаль. Продавать-то нельзя было, ну, подыхающую. И однако это все было хорошо. Конь был изумруд. Здесь пасся рядом, кто-то штырь. Воткнул ему в спину, в бок, он только добежал, захрипел и скончался. То есть всякие пакости были, но все это уже позади. Сейчас никто не трогает нас. Никто. Батюшка, косили руками. И тот приехал, Николай Галашов, и забрал. Говорит, это моя земля потеряет. Ну и все, остались ни с чем. Корми скотину снегом. А где этот Николай? Нигде тут. Березу где-то воровал, и береза упала на него и задавила. Мы мордушки ставили, он пришел и выгребает. Ну что ж, это же мы же ставили, а вы еще поймаете. То есть в наглую все с нами поступали. И все позади. Никого нету нигде. Большие кляузы строил, тут поселился к сыну милиционер, Дружинин Геннадий Петрович, подполковник Ленинского района Барнаула. Какие он пакости писал, кого-то мы ограбили там вот, и прокурор Рифер был, Юрий Николаевич. Я говорю, а что ж мир не принимаете, да что, сумасшедший, что попало, пишет. И однако все, он тут, не знаю, инсульт, он умер. Так, вот это, под эту, дай, туда ставить будем где. Это подпорка, вы подпорки каждый раз сжигаете за собой. Так, наверное, надо отнести или куда ее подпорку, отдельно положи, отдай. Поперек положите ее. Ну, отдай ему, пускай. Нам там на листе не потребуется. Через борт будем подавать. Так, а эти перетаскай туда, Никита. Вон к тем кучам. Хворосту. Ну и все. Все, пожалуйста. Мы сейчас идем туда разгружать. Никита, только быстро туда с Володей сверху скидать будете. О! Дали работу. Утром прям криком кричат. Работы нету. Давай работы. Работы нету. Майдан устроят.
Хорошо. Давай. Он опять туда же заехал. Скажи ему. А Роман подставляет зеркало, чтобы ему было видно. Пускай назад дает, а? Назад, руль вывернется, сюда идет. О! О! Все, все, давай. Хорош! Вали, вали, вали. Прося, пилите давайте. На ту сторону кидайте. Ну ладно. Подпорка, подпорка. Давай, давай, положи. Все. Это подпорка. Уже опыт появился. Давай. Посмотри, что они делают. Посчитай. Ну, там дядя Роман пришел, проверяет их, как они. Так, не балуйся, иначе щепку в рот. О, все одинаково волосы. На две счастья распустили. На что похожи-то вы, а? Платки-то наденьте. Алло, девчонки, вы что без платков-то вылезли? Это что они? Перед Егором все тут так это распуфырились-то. Веди, как все одинаково. Платочки наденьте. Я, пожалуй, одену все. Наденьте, без платочков у нас нельзя ходить. Просто мы хотели показать, что мы все с хвостиками. Девчонка, она остается девчонкой. Держи. Как Горький говорил, что 11 лет любая только и желает выйти замуж. Не пойму, что тут не идет. Маша, иди сюда, не зачислено. Вакансии больше. Давайте пока пили, Те не работают, стоят вон, посмотри. Ливен, назначь, чтобы работали те трое стоят, они ничего не делают. Тарас, Тарас, оторви отсюда. Иди пили. Не выдумывай здесь, дерешь кору. Хитрый такой пацан. Что-нибудь да будет делать. Ох, девчонки, волосы на двоих распустили, как показали на две стороны. Кто им показал, может, Лиза? Лиза. Так. Вот так. Знаешь, там одна куча собралась, мало-мало. Бери там, возьми на себя руководство. А с одним пили, а двое там держат. Двумя руками пилим. Во! Окей, давай подержим. Я ничего не обещал. Еще делают. Вы ее не пилите, вон туда отбросьте, я испилю ее, вон туда. Отбрось ее туда.
Вон туда в уголок, отбрось. Нет, они не знают. Фросю просят отбросить. Она не понимает слова такие. Она только по-английски уже разговаривает. Я говорю, отбросить, она дальше лепит. Тоненькие не пилите, я топором изрублю. Вот, смотри где, глянь. Бери рядом. Поверни на ту сторону, чтобы соседа не толкать. И что делает? Ну-ка вернись оттуда. Вернись. Не позорь себя. Взял две игрушки, понес. Маша, Вика и... Коля, бери, пили. От хитромудрого вообще не умеет работать. Вы еще так далеко выносите, вам же неудобно так. Вожди. Подними. Это вот тут должна быть. Поднимай. Дальше. Тащи, тащи. Вот здесь и пилите. Ну, еще маленько уперлась там. Надо пилить сюда с толстого конца, вы с тонкого. То есть все, которые неправильные действия, вы все задействовали. Все. Переверни той стороной, пили. Хорошо. Пилить с толстого конца. Держит у нас Маша. Маша, толстый конец где? Двумя руками. Вон тот конец толстый, начинай. Сюда не толкайте, иначе Лизу пнете. Давайте. Маша, смотри, прячись. Вот так кладем мерку, конечно. Что стоите-то, а? Что не пилите-то? Вы сидите на одном месте. О, пошло дело. Так, хватит больше трех. Вон вокруг обходи. Мальчишки, нашли работу какую. Два полежка взял и побежал. А для матери он как святой. А он приехал материться. Материться. Просто положи ее здесь. Сейчас он вывалит. Давайте. Вот вы двое стоите. Володя заметил, что она не так лежит, а Никита не видит. Почему? Почему? И головой крутишь-то. Ну вот он стоит рядом с тобой. Он видит, что она поперек лежит. Ты смотришь и видишь, но никаких действий не предпринимаешь. То есть абсолютное безразличие к происходящим событиям. О, двигай вперед. Давай. Давай, давай, двигай, двигай. Но зачем опускает, когда не вывалил? Вперед, вперед. Роман, вперед. Не надо, подними. Подними и проезжай. Ну почему они, когда еще не свалят, начинают опускать машину? Это кузов. Пошел. Пошел. Вот так вот уезжай. Давай, 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 уходи, уходи. О, стой. Там осталась одна. Все, палка, возьми палку, да и шуруни какой-нибудь. Через борт наклонись. Все. Поехали, Володя. Садимся. Вот это гора из глины. За ним озерко. Сделали такой пруд. Ну, сейчас его освобождаем. От всего не нужно, чтобы бульдозер мог оттуда глину выкатить вот сюда, вот на дорогу, на главную трассу. Потому что все тут как попало, пройти невозможно. Вот он кирпичи кидает, это уже что-то. Просто кирпичи накиданы, на велосипеде трудно проехать. А потом он сюда натаскают. Ну, сейчас машина, ее набивают полную на костер. Это одну кучку только
разобрали, а их 4. Это Роман, малыш, Колесников Никита, кладут, а Володя Пащенко тому. Вот. Вторая куча, вот она какая. Третья, больше метра высота куча. И вот это.